Всем-всем большой привет! Я сегодня зашла в Fix Price. К сожалению, забыла чек. Но давайте покажу в любом случае, что я купила. Цены, которые помню, я обязательно назову. Ну, а уж если что-то забыла, то забыла. Шла я целенаправленно. Мне нужно было купить несколько органайзеров и посмотреть новинки. Себе я уже такие органайзеры брала. Они стоят 99 рублей. Новинки большие, такие полукруглые, нам так и не завезли, но вот эти регулярно привозят. Удобные такие контейнера. Тут с одной стороны на скотч закрыто, чтобы они не разваливались в продаже. Но я не буду открывать, потому что я брала на подарок. Взяла я таких два, чтобы тоже было в виде комодика. И третий органайзер, который я взяла, был вот такой. Он удобен как под кисти, так и под карандаши. У меня в таком хранятся карандаши. В большом отделении карандаши для глаз и в маленьком карандаши для губ. Ну а здесь я обычно храню точилки. Очень удобно для меня. Цена тоже 99 рублей. И этот органайзер, он поуже, но в пазы он тоже сюда встает. То есть не свалится. И еще остается немножко места, которое можно использовать, ну, под тот же крем, например. Я думаю, тоже комодик получается неплохой, очень даже симпатичный. В этот раз я взяла все только для души, самое интересное. Давайте смотреть. Влюбилась, я просто влюбилась в тарелку. Если вам интересно, я поснимала в Fix Price видео, я во влог вставлю, наверное, вот ближайший влог после этого видео выйдет, и там видно во влоге, какие тарелочки еще были. Очень мне нравится вот такой вариант, у нас есть такие же кружки, когда черные внутри оттенок и цветной снаружи, а есть наоборот кружки, у нас черные снаружи, а внутри там зеленые, розовые. Вот такая симпатичная супница, достаточно глубокая. Я люблю глубокие супницы, потому что накладываю, например, первое, и за эти ручки несу к компьютеру, чтобы там что-нибудь посмотреть и покушать. И чтобы ничего не выплескивалось, и первое блюдо там где-то глубоко плавало, мне нравится. Удобно. Но когда вдруг мужчина, например, хочется побольше наложить, то такая супница тоже очень удобна в таком отношении. Так, давайте сюда, к моему новому букету. Давайте покажу я вам, какие я взяла блокноты и тетради в этот раз. Также во влоге будут варианты разные, какие там еще продавались. Долго я думала, какой мне надо. Там и с совой, и с райской птичкой были, и с элементами городов. То есть какие-то там улочки, проулочки других стран красивые. Но решила взять такой позитивный блокнот с лимоном. И, наверное, это грейпфрут или какая-то разновидность апельсинов. Если не путаю, 50 рублей он стоил, вот это именно тетрадь, 96 листов. Следующий блокнот 99 рублей. Влюбилась я в эту овечку. Насколько мне известно, эти блокноты не имеют ни линии, ни клетки. Ой, такой вот он, Муся-пусечка. Какой он классный. Вот это антистресс. Как раз зимний вариант. Посмотрите, какой пушистик. Тоненькие листочки. Прямо... А, нет, не очень тоненькие. Я думала, я несколько прихватила. Не очень тоненькие, но нет ни клетки, ни линейки. И вот такая вот милейшая кожаная овечка. Но я не буду пока убирать, отодвинем. Давайте вот так сделаем. Вот такая овечка. Следующий блокнотик «Ёж и кактус». Давно смотрела у девочек, решила взять себе. Это тоже 99 рублей, как и овечка. Но тут, конечно, очень красивый дизайн внутри. Можно подписать, чей он. И каждая страничка не похожа на предыдущую. Давайте я немножко полистаю. Прямо очень симпатичные. Приятно в таком вести какие-то записи. Просто приятно провести время с этим блокнотом, полистать, посмотреть на этого ежика милого. Ну, если любите рисовать, то можно даже, мне кажется, перерисовывать
иллюстрации, чтобы себя порадовать. Вот тоже какие, смотрите, есть интересные. Конечно, 100 раз уже все показали такие блокноты, но вот у меня такого не было про ежика, и я решила его приобрести. Вот такая милота. Очень красиво, конечно. Теперь у меня ежик есть. Думала, сколько стоит, не знала цену, но потом на кассе оказалось, что 50 рублей. Но я не жалею, что отдала 50 рублей. Это маленький ноутбук. Смотрите, какой красивенный рисунок. Велосипед на фоне такой улочки. Там, по-моему, вода, да? Наверное, какая-нибудь Венеция, что ли. Информация, которая с блокнотом. Тут размеры, да, 80 листов. Он в клеточку. Вот такую крупную достаточно клеточку. И является вот таким удобным с резиночкой. Цвет красивый, такой серый, не раздражающий, спокойный. И при этом очень красивый рисунок на нем. Прямо вот влюбилась я в этот блокнот. Я даже не знаю, как он у меня так раз и в корзине оказался. Следующее, что я взяла, были ручки. Наконец-то я дождалась, когда к нам завезут ручки. Может быть, их и завозили. Ну вот, я только-только застала. Смотрите, какая красота. Ручки я взяла с разными чернилами. Это красные чернила. Нечто подобное когда-то мне подарила Наташенька Иванова. Тоже была похожая ручка. И здесь цветочек такой. И теперь у меня вот еще несколько штук. Вот с таким камушком. Следующая вот такая голубая. Прям алмазик-кристаллик. Синие чернила. И еще два варианта. Уже совсем других. Это набор фигурных гелевых ручек. Вот такие две милейшие улиточки. Синие чернила написано. По-моему, по 50 или по 55 рублей. Могу ошибаться. Тарелка, кстати, 77 точно стоила. А, вот, 55. Эти 55. Вот эти, по-моему, тоже были 55. Хотя на них не написано, но не дороже 55. В общем, взяла я вот таких двух улиточек. И вот таких вот позитивных фруктики, да, получается тут. Апельсинчик, да. Нет, вот это, наверное, киви. Ну, в общем, смотрите. Какой-то вот из этих фруктиков. Прикольные, конечно. Тоже синие чернила. И последнее, что было фикс прайс. Только-только привезли свежие. Любосладова взяла пряники кроха. Они идут с начинкой, с клюквой. Брали уже вкусные. Но эти прям, вот знаете, я надавила, я не буду шуршать лишний раз. Надавила, они прямо свежие-свежие. Все пакеты были такие вакуумные, надутые. Я все думала, как же я домой понесу такой пузырь. Нашла самый сдутый. Вот. В общем, тут 550 грамм. Свежие, хорошие. Вот прям 25 октября 2018 год. Вот такие покупочки были сегодня в фикс прайс. Но хочу чуть-чуть рассказать про улыбку радуги, в которую я тоже зашла. И если вам больше ничего не интересно, то, наверное, на этом мы можем остановиться. А кому интересна информация о улыбке радуги, то прошу продолжить смотреть дальше. Сейчас идет в улыбке радуга хорошая скидка. В ноябре первая неделя была со скидкой на помады 30%. Мы с вами ходили, я вам показывала, что взяла, как раз вот эти вот два вида помад. А следующая неделя идет сейчас на все тени для век 30% скидки. Продавец сказала мне, приходите завтра, потому что завтра еще 15 число, еще 15% добавится скидки, и скидка будет работать на всех красных ценниках. Поэтому, девочки, у кого есть улыбка радуги, обратите внимание, это очень выгодно. Однушки от Catrice я покупала по 212 рублей, которые вот с доухромом. Они сейчас стоят минус 30%, 150 рублей. И завтра на 150 рублей еще будет скидка в 15%. То есть можно представить, какая будет выгодная цена, если даже набрать палетку. Если я взяла больше 1000, была палетка, то завтра можно, ну,
Представляете, да, не дороже 600 рублей вместе с палеткой взять. Могу, конечно, путаться, я так на скорую руку-то не могу сосчитать. Но в любом случае это будет выгодно. Даже если одну однушку взять, там, или две какие-то, просто рефилами использовать, то это будет очень выгодно. Вот, поэтому обратите внимание. И последнее, что я хотела похвастаться, мне сестренка сделала подарок. Я очень люблю волосы закалывать пол головы. То есть верхнюю часть над ушами собираю сзади, закалываю, и так удобно мне ходить. Смотрите, какая красивая заколочка. Вот прям люблю я такие вещи. Вот такая красота. Сейчас я вам покажу, как она смотрится. Вот она какая. Прям вот бабочка. Очень нежно, очень красиво. И теперь я буду вот с такой бабочкой ходить. Может, для кого-то детский сад, но я недалека от детского сада. У меня до сих пор ветер и в попе, и в голове, поэтому это по моему характеру. Все, наверное, все, что я хотела, рассказала. Огромнейшее спасибо за внимание. Спасибо, что остаетесь со мной. Надеюсь, я сегодня тоже была чем-то полезна. Новинки некоторые я сняла во влоге. Переходите во влог, посмотрите, там контейнера мне очень понравились большие, правда, они 199 рублей. Не знаю, крышка отдельно продается или нет, но в любом случае ни в одном хозяйственном магазине такой цены нет. Это очень выгодная цена. Ну, а я буду уже с вами прощаться. Всем приятного времени суток и всем пока!